Привет, с вами Шерми МСМ Именинник, и сегодня будут ответы на вопросы. Их на ко всем пилось довольно много. Первый вопрос от людей многих. Они написали, почему именно Скелетыква. А потому что Скелетыква мой самый-пресамый любимый монстр. На втором месте Бусчела. Дальше еще вопрос, смешарики или лунтик. Как по мне, это смешарики. Они крутые и круглые. А код друга вот у вас на экранах. МСМ топ. Хоть и многие ютуберы ушли, но я до сих пор снимаю эту причудливую игру, как мне нравится Карабам. На самом деле мне нравится эпический Карабам на острове воды и холодная версия золотого колбаса. Как я отношусь к ютуберу Людвиг? Я к нему отношусь уважая, ведь благодаря его веселыми видеороликами я стал ютубером по МСМ. Знаю ли я участников чата Людвига, но что-то слышал, но можно сказать наполовину да наполовину нет. Расскажу ли я про Телеграм? А да, кстати, у меня есть официальный Телеграм, не томите, а заходите туда. Ссылочка в комментарии и в закрепленном комментарии. Тавкер прикольный чубрик, любимый ютубер, у меня его нет, наверное будет, но не знаю, ребятки вроде хорошие и добрые. А стоп, Тайфун это ты. Если ты видишь это видео, то напиши в комментах я первый, даже если ты не будешь первым. Итак, а дальше у нас вопрос от Привет. Какие планы на будущее? Ну есть пару планов, например, наконец-то встать наравне со всеми ютуберами, а так все. Растарк, я не каннибал, тыквы не люблю есть, к дому отношусь хорошо, нет, не успел, и ощущения были крутыми, я хвастался перед всеми. Из сезонников я люблю Скелетыкву и Гомонкула, ощущение у меня было странным, у меня два любимых мифика, это Бусчела и Гиохихи, я еще играю в Гренни Хорроры, маленькие кошмары Капхэт. Игра детства – это Angry Birds, Subway Surf, PvZ и так далее, блогеров не смотрю, кроме Винди. Как по мне, это остров небожителей. Ну пока да, она выглядит как какофония, но узнаем, что будет. Айсберг я, может, планирую, и помощь бы да мне не помешала. Не, ну до ФНАФа мне еще далеко. Грядка – это не подвал, это мой домик любимый. А вот сезонная хижина – это точно подвал. Да знаю, Буга – это привет, Букхаха – это пока знайте, и учите курсы скелетыквского языка. Вот мой дед поливает хотя бы моих братьев мелких. Да, наверное, будет. К шоу Чашека я отношусь идеально, ведь я ждал его еще, когда его только объявили, к ним я отношусь хорошо. И кто не знал, но у нас война с шайлушами, как мы считаем, они воруют наших тыкв людей. Следующий вопрос от Сварливира Гоу, смогу ли я закончить видео? Да смогу. И все, вопросы окончены. Я подобрал самые важные вопросы и ответил на них, правда, некоторые с роллами, но ничего страшного. Кстати, я заметил, что с 2000 подписчиками актив на канале очень вырос, поэтому поставьте лайк. А я вас за это поблагодарю. Итак, спасибо за просмотр и увидимся в следующем праздничном ролике. Пока-пока.